На Аризону завезли пасхальные квесты. Сейчас я тебе покажу, как легко их пройти и как максимально на этом заработать. Много халявных денег, вот что ждет тебя прямо сейчас в игре. На минуточку, за прохождение квестов ты получишь очень много азы монет, а если введешь мой ник и промокод на 21 сервере, то получишь сверху больше 3 лямов. Вся информация есть в описании. Самое первое, что бросается в глаза, это пасхальная площадь. Разработчики действительно постарались, поэтому глазки наши радуются. Первым делом подбегаем к Лео. Он рассказывает, что с подругой Иви подготовили для нас задание, что им требуется наша помощь. Ну действительно, как обычно, мы всем нужны. Первое задание — это отправиться в бар, где некие хулиганы устроили погром. За этот квест нам обещают 130 азы и пасхальные монеты. Летим в бар, и тут нас ждут какие-то ниндзя с катанами, но мы не пальцем деланные, берем броню и дигл, таким образом перевес на нашей стороне. Убиваем одного, потом второго, а затем еще одного. Запускается сцена, где немая женщина нам что-то пытается объяснить. Наверное, она рада и хлопает в ладоши, ведь уже затащила утром кулич. Отправляемся к Лео и получаем 130 АЗ и пасхальные монеты. Второй квест идет следом. Лео просит нас скоммуниздить бидон молока и не попасться на глаза фермера. Вот это я понимаю, добрые задания. За выполнение нас ждет новый ларец, 140 АЗ и пасхальные монеты. Отправляемся на ферму, нам надо взять ведро и подоить коровок. Делаем пару кругов по ферме от мужика, параллельно наяриваем коровам и вуаля, целое ведро готово. Закидываем бочку на плечо и ставим ее за домом. Не спрашивайте, зачем. Просто так надо. Фермер же слепой, блин. Бежим к Лео и задаем задание. Получаем классные бонусы за такие простые действия. Третий квест, где Лео просит нас найти дом той самой Вай, которая радостно хлопала в ладоши в баре. За прохождение получаем азе монеты, пасхальные монеты и пасхальные ушки, которые выглядят, кстати, прикольно. В чате нас всегда будут ждать подсказки, так что летим в башню на холме. Тут нас ждет девушка Вай, которая предлагает стать ее напарником. Мы, конечно, соглашаемся. Она рассказывает, что знает базу тех ниндзя и что ее подруга Сара там в плену. Берем пасхальную машину и летим выполнять. Первая ловушка — это лазеры. Ну как ловушка, просто текстуры и вам ничего не будет. Находим дырки и пробегаем. Залетаем в комнату, где нас ждет Вай, а внизу куча ниндзя. Говорим с ней и начинаем выносить противников. Показываем им, кто тут главный гетто-тащер. Нет. Начинается катсцена, где девочки рады друг друга видеть и все такое. А мы тихо уходим и отправляемся к Лео и получаем свои призы. Берем четвертый квест у Лео. Он нам говорит, что две подружки решили отдохнуть, а нам пока надо поиграть в «Найди пару». Это такая игра, если что. За это мы получим АЗ монеты и пасхальные монеты. Бежим на площадь к ларьку. Тут нам надо за 3 минуты найти все пары. На самом деле игра простая, но много иконок, похожих по окрасу яиц, например, может вызвать затруднение. Думаю, с этим квестом справятся все. Я уложился за 1.5 минуты. А сколько времени ушло у тебя, кстати? Напиши в комментариях. Бежим к Лео и забираем свою награду. И вот он, новый квест от Лео, где нас отправляют к подружкам в башню. Тут фантазия-то заиграла, да-да? Летим туда и говорим с Вай. Мы ищем карту острова Пасхи, и нас отправляют к чудаку Долго, или же Доги. Залетаем к Доги, даем ему лещей, пинаем его ногами, и он нам говорит информацию. Приехав к нужному дому, обращаем внимание, что все горит. Пипец, блин. Нам надо как истинный пожарник влететь туда и найти что-то суперценное. Находим тут сумку и бежим обратно на выход. Возвращаемся к Лео и получаем свою ценную награду. В 6-м квесте от Лео он говорит, что надо найти остров, а также отправляет нас к его подруге Иви. Разговариваем с ней и отправляемся в башню к нашим подружкам. Дамы просят нас заглянуть в сумку, где якобы должна быть карта острова. Взламываем легкий замок и вуаля, хрен нам с маслом, а не карта. Оказывается, там была бомба. Говорим с подружками, которые отправляют нас к некому Кастеру, местному ученому. Покупаем лабораторию и гоним туда. Для следующих квестов нужны ресурсы. Барыги, кстати, тут как тут. Золото и серебро просто по оверпрайсу. Ребята молодцы, быстро подсуетились. Тут наша задача — просто убрать мусор в лаборатории. Значит, быстро все делаем и запускаем всякую катсцену, где наша бравая команда подъезжает к дверям лаборатории, а мы летим к Иви и получаем нашу награду. 7-й квест, и нас отправляют угадывать слова. Наверное, это самый простой квест. Быстро подбираем слова, и Иви дает нам бонусы. Тут на самом деле даже описывать-то нечего. Уж слово «яйцо» соберет каждый. А пока я стоял на площади, то успел заработать. Брал яйца в лавке за 100к и продавал их по 500к. Так я смог поднять немного денег между квестами и смог чуть-чуть отдохнуть. Следующий квест, и нас отправляют в лабораторию.
историю, разговариваем с кастером, который говорит нам, что нужно построить машину времени, закидываем туда ресурсы и летим за наградой. Иви опять щедро сыпет АЗ-шками и пасхальными монетами. Для этого квеста барыги-то и суетились, потому что нужны всякие ресурсы, типа серебра и золота, которого просто так у большинства нет. Девятый квест и нас отправляет в лабораторию. Куда же еще? Да мне кажется, можно было бы там и оставаться. Время телепорта, кстати, пришло. Разговариваем с ученым, и нас начинает засасывать в телепорт. Мы появляемся в том доме, где была сумка. Появились мы в теле Вай. Сначала соединяем проводки, потом дергаем за рычаг, дальше находим все цифры и вводим их у двери. Забираем сумку и валим из этого дома. Дальше мы телепортируемся обратно и забираем награду у Иви. Тут, как обычно, довольно щедро. В 10-м квесте мы отправляемся, значит, за вертолетом и летим к Вай. Чет делаем через компьютер, дальше варим самогон, топливо. Все это заливаем и вуаля, вертолет прокачан и готов к полету к острову Пасхи. Ну, тут все очень просто. Квест «Подай, принеси». В следующем квесте нас опять отправляют к Вай. Пригоняем туда и бац, вертолет ломается. Прыгаем в красный пикап и летим в аэропорт. Оказывается, там вот-вот улетит самолет. Заходим в VIP-ложе, но нас отправляют вспомнить будни ВДВ. Хватаем парашют и делаем самый классный прыжок. Мы попали на остров Пасхи, кто не понял. Выполняем задание, тут все просто. Надо сделать одинаковые буквы в ряд. Бежим в пещеру, где, поговорив с Вай, получаем винтовку. Дальше мы расстреливаем минное поле, выставляем на одинаковой высоте мостики и попадаем в комнату с золотом. Дальше нужно собрать золотишко за 2 минуты. Я смог собрать 1,7 кака, а ты больше? Напиши в комментариях. После чего запускается катсцена. Оказывается, наша подруга Сара вместе с ниндзя врываются в пещеру. Тут-то все карты и сошлись. Оказывается, Сара нас предала. Она-то и делала все эти пакости. Берем оружие и выносим всю эту гвардию. Сару, кстати, мы тоже убиваем. Когда все злодеи убиты, Вай грустно уходит в закат. Ученый нас забирает, а мы берем красный пикап и летим к Иви. Получаем награду и открываем доступ к доске с квестами. Таким образом, мы прошли главную квестовую линию. На доске же нас будут ждать очень простые задания, где мы будем делать всякие куличи, красить супер красивые яйца, биться этими яйцами, кстати, с другими игроками, гоняться по всей площади за курицами и даже махаться с пришельцами. Кто бы мог поверить? За все задания в новом обновлении вы получите больше 3000 азакоинов, пасхальные монеты и пасхальные ларцы, которые можно довольно выгодно продать. Если тебе квесты понравились, поставь лайк на этот видос, подпишись на канал, мне будет супер, кстати, приятно, ведь цель — это 4000 подписчиков до конца этого месяца.